Итак, уважаемые подписчики, появилось время для посещения дома, в котором когда-то жил подписчик. Это дом номер 3 в 5 микрорайоне. Сегодня 21 мая, хорошая погода. Итак, смотрим репортаж. Это первый дом, да? Пятый? Ага. А третий вот этот? Ага, хорошо. Спасибо, извините. Сирень красивая. Красивая, обломали же, как это. Оно пусть ломает, она еще лучше будет цвести. Я знаю, ну просто обидно, что вот начинает цвести, обломать, и стоят, какие-то некрасивые. А, ну это да, согласен. Уже голые, голая сторона. И совсем другое, вот видите. Да. Ну, видите, люди вот, вот и такие. Из нашего же дома, и из того дома. У меня обманил с кухни, а дома видно. Ага. Нашла бабулька одна и ломает, и пошла туда. Ну, это да. Ладно, будьте здоровы. А я переживаю, видите, цветов насадила. А это вы посадили? Да, тоже. Ну. Я скажу, вот повсходили, и видите, уже затоптали все. А-а-а, я вижу лунки, да-да-да. Завтра это выйдет с грабельками по подгребу. Ага. Сейчас будет Наташа воевать, забор украли, сейчас вот напрямую идут все сюда. Вот там... так вот. Ну не думают люди. Я говорю, вот видите, там, здесь вот у нас кустики. Да, там да, вообще да. Ни одного кустика. Я говорю, ну, 9 этажей, ну неужели им не интересно посадить там, вот. Я вас понимаю, у нас тоже во дворе так же пример. У нас дворник такая тоже, вот как вы, садят, все ухаживают, а есть люди, которые... Такие, я, знаете, у меня дача была, я вот так вот там, под кругом лунки, тут кругом цветы, букеты вот такие. Вот да, это да. Лилия, вон она, да? Я вижу, сходит, да, да, да. А вот эти тоже вот да, цветут да, да. Хорошо. Ну вот это вот мальва, кажется. Или как? А вот это мальва, я посеяла ага. Прямо ее. Да, да, да. Вот луночки, это... кажут, вот три луночки розовых, три белых. Да, 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 да. Каждый день. Ага. Ну, дожди прошли, думаю, я болела как раз. А сейчас ага. Вот смотрю, надо подрыхнуть немножко. Ну, что ага. Сегодня воскресенье не будет. Ну, ладно. Пойдем. Будьте здоровы. И вам не хватит. И успехов вам в ваших делах хороших. Это пятый дом. Зашел во двор пятого дома. Тоже сирень цветет, яблоня. Вот видишь, какие красивые тут кустики. Угу. Пятый дом. Это проспект Абая. Ремонтировали дорожное полотно. Сейчас посмотрим результат. А мы здесь заберемся. Вот уже уложили. Проспект Абая. Это бывший КЖБИ. Пятый дом. Третий дом. Thank you.
вот этот, это ваш третий дом. Сейчас пойдем во двор вашего дома. Проспект Абая, КЖБИ. Когда-то здесь, по-моему, была контора КЖБИ. Или офис. Вот. Закончили тут ремонт дорожного полотна. Так, идем во двор дома номер 3, 5 микрорайон. Красивые елочки. Голубая ель. Красота. Деревья старые. Не тронула их. Не тронул их топор лесоруба. Соседний дом, это двор третьего дома. Это вот детский. Для детей, но здесь все старое. У нас во дворе уже установлены новые вот эти вот формы. Там вдалеке видно новостройки, новые дома, красно-кирпичные. Идем во двор. Двор зеленый. Береза. Это верба, кажется. Беседка. Тополь. Тоже ему немало лет, этому тополю. Даже вишня растет. Абая 3.
Но этих построек, конечно, не было, наверное, в то время, когда вы здесь жили. Мойка. Сауна. Новые дома. Вот тополь какой огромный. Ну вот и обломался сучок. Вот это плохо. Мог кого-нибудь повредить. Такие тополя, пожалуй, надо кронировать. Вокруг дома много деревьев. Соседний первый дом. Здесь вишня растет вокруг дома. Вот. Ну, правда, цвела неплохо, но завязей не так уж много. Вон сколько. Тут целая плантация вишни. Ну, сирень, конечно. Сирень. Это тополь. Сколько ему лет уже этому тополю? Много. А здесь пристройка к дому. По-моему, магазин там. Сейчас посмотрим. Соседний первый дом. Проспект Абая. Супермаркет. Ну вот, закончилось наше путешествие в окрестностях вашего дома. Это супермаркет Магнит. Соседний первый дом. Ну все, привет вам с вашей родины, города Костанае. Третий дом. Огромный тополь растет. Огромный. Почти как дом высотой. И двор соседнего первого дома. Пятый микрорайон. Цветочки какие-то маленькие. Ну и все.
На этом наш репортаж закончен. Всем всего доброго, здоровья крепкого, благополучия. И, конечно, мирного неба над головой, вот такого голубого, с такими красивыми облачками.